Белая. Какая белая? Голубая? Голубая, голубая, да, вот. Дальтоника. Голубая. Ты, тебе повезло, да. Так. Ну-ка. Сидите ли вы на дорожку перед поездкой? Да. Второй вопрос. Зачем? Так повелось в нашей семье с детства, с моего. Это русская традиция, а не европейская? Не знаю, но у Чехова тоже все сидят все на дороге. Я говорю, что это русская традиция. Наверное. Подсказал ты мне, да? Вы же не любите, я все подвожу, вы же не любите ничего русского, вы же все время что говорите, ты сказал? Что, потому что вы все время говорите, что мы не доевропейцы. А это не значит, что я не люблю, это как странно, как и любишь. Так. Это то, что мы не доевропейцы. Я говорю, что это прерогатива журналистов говорить глупости для того, чтобы гости... Да нет, ну о чем речь? В России это же бесконечно интересно. С каждым годом... Поэтому Кончаловский живет в Италии. Ничего подобного, я живу здесь. Да, но я в Италии только отдыхаю. Думаю, дом в Италии. Слава Господи, спасибо, что есть дом в Италии, но я живу здесь. Хорошо. Здесь работа, здесь гораздо интереснее, где бы ты ни была. И с каждым годом все интереснее. Здесь строптивых больше, на самом деле. Поэтому есть поле для украшения. Глупость, наоборот. Ну да, здесь... Здесь строптивых очень мало. Эх. Я тебе скажу больше, даже чем человеку больше говоришь об его правах, тем совсем забывает о своих обязанностях. Вот то, что там происходит. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24. Но это же проблема не только европейская, это проблема и России тоже. К нам же тоже, к нам же тоже приезжают из Средней Азии. У нас же тоже очень много. У нас есть дефицит вот тоже молодой крови. Да, это правда. В Москве. Абсолютно правильно. Во все во столице. Да, это наша проблема, да. Тоже. Да. Угу. Так и проблема... Европа ее не сможет решить, а мы сможем? А? А как мы сможем решить эту проблему? Не знаю, но мы должны об этом думать. Угу. Понимаешь, осведомлен, вооружен. Мы должны об этом, мы должны понимать, вот то, о чем мы сейчас с тобой говорим, это должно быть понятно. Это должно быть понятно, что это нам грозит. Мы не можем смотреть. Мы уже посмотрели на Украину. Чего там, все нормально будет. Убеждены были все в этом. 20 лет. Проспали. Проспали 20 лет воспитывалось абсолютно, абсолютно новое и абсолютно другое поколение. Вот те, кому сегодня 18, 19, 20 лет, они никогда не поймут и не поверят, что Россия – это братская страна. Они так и говорят, никогда мы не будем брать. Конечно. И здесь мы переходим к заключительному элементу триады про братство. Вот насчет братства. Ваш брат, допустим, он точно западник. Он уж никак не славянофил. А вы себя ощущаете с ним связанным кровью, а не только совместной биографией? Вот он ваш человек во всем? Абсолютно. При том, что он придерживается диаметрально противоположных взглядов на многие вещи фундаментальные. Ну, вы знаете, ну да, ну и что? Это, так сказать, вы знаете... Я живу здесь. Так. Поэтому, когда у него возникают проблемы здесь, порою решаю их я. Теми способами, которые мне известны и понятны. И они совсем не западнические. Поэтому он понимает совершенно правильно. Я совершенно точно. Вот это его точка зрения по этому поводу. И он их придерживается. И она очень умная. Я ее уважаю и так далее. Но, так сказать, бывают ситуации, при которых это не работает, а работает что-то другое. Для меня совершенно, у меня нету, вы знаете, Господь управил так, что я удержался от того соблазна, который возникал, и хотели очень, чтобы мы, так сказать, просто рассорились настолько, чтобы мы стали, наставили по разные стороны баррикады. Я, когда меня спрашивали, когда брат что-то говорил нелицеприятное про меня по телевидению или еще где-то, меня спрашивали, что я по этому поводу думаю, я всегда отвечал. Я убежден, что бы он ни сказал про меня, он это хочет сделать во благо мне. Он меня очень любит. Если он так считает, он может заблуждаться. Но импульс у него – человека, который хочет мне добра. Поэтому не получится из этого сделать, так сказать, ах да, а я им про него скажу вот что. Это не со мной. Я предпочитаю прийти на интервью абсолютно, так сказать, чистым, как лист. Тогда ты
не становишься рабом сформулированных, так сказать, ответов. Поэтому, как спросили, так как, учитывая, что качество ответа заключается вообще и зависит от качества вопроса, я очень к Жене отношусь с уважением, я люблю его, и мне всегда с ним интересно. Поэтому тут совершенно не важно, о чем говорить. Тут важно, как, опять же, мама говорила, не важно, что важно с кем. Поэтому я люблю к нему приходить и, так сказать, всегда знаю, что это, по крайней мере, мне будет интересно. Приветствую вас, друзья. Удивительную вещь сейчас обнаружил. Беседую с двумя младшими по возрасту, а не по званию. Коллегами узнал, что кое-кто числит в паре, в тандеме. Андрей Кончаловский, Сергей Махалков, последнего старшим братом. При том, что Андрей Сергеевич старше Никиты Сергеевича на 8 лет. 20 августа 85 исполняется Андрею Кончаловскому, а Никите Михалкову еще и 80 нет. И задумался, интересно, это по какой-то сумме проделанного, или кто-то считает, что Андрей Сергеевич просто в очень хорошей физической форме, а Никита Сергеевич работает на износ. Не смог, кстати, от своих собеседников получить ответ на этот вопрос. И мне даже стало любопытно, насколько вообще это заблуждение распространено среди зрителей и вообще потребителей кинопродукции, я имею в виду, и читателей всяческих рецензий, интервью, отзывов и радиослушателей. Мне казалось как бы очевидно, что Андрей старший, не только потому, что я читал мемуары, кстати, обоих кинематографистов. Сейчас я задумался, а может быть, именно потому, что я читал. Как бы то ни было, братья любят друг друга, они разные, но очень интересные, каждый по-своему.